Пресс-конференцию в социально-культурном центре «Семья» группе «Торбана Круче» чуть не пришлось проводить в неполном составе. Один из новых участников коллектива Максим Малицкий мог остаться в Питере. Перепутал вокзалы, опоздал на поезд. Дергать стоп-кран пришлось Максу Иванову, чтобы не остаться на концерте без гитариста. Проводницы ругаются? Я три вагона от них убегал, чтобы добраться до стоп-крана, потому что они меня оттаскивали, не давали дергать в своих вагонах. А я понимаю, что все, вот перрон уже уходит, а человек вот только спрыгнул с эскалатора. Сделать было нечего. Адреналин такой, в общем, было весело. Мы говорили, что не будем делать больших перерывов между концертами. Мы говорили, что осенью привезем сюда новую пластинку. Пацан сказал, пацан сделал. Новую пластинку «Несбыточная» музыканты называют своим лучшим творением. Большинство композиций из этого альбома зрели у Макса Иванова с самого рождения группы. Выношены и прочувствованы. 14 треков о мечтах, несбыточных и вполне реальных. Вот это ощущение и состояние, которое в этом альбоме, оно со мной всегда, оно никуда не девается. То есть это и есть, это моя несбыточная мечта прежде всего. То есть это все равно мечта понять, что будет после этой жизни, за гранью этого земного пространства, как то просто космическое пространство, есть ли там иные миры. Недавно одна из композиций «Торбана Круче» стала саундтреком к фильму Павла Санаева «На игре». Картина выйдет уже в этом месяце. В Кирове музыканты планируют снимать свое видео. Клип на новую песню «В порту». Где питерская группа найдет в Кирове море и что в итоге должно получиться, пока держится в секрете. Но музыканты заверили, новый клип поклонники увидят уже скоро. Александра Татаринова, Данил Кочкин, Бюро новостей, Давича.